Unmuted. Коллеги, доброе утро. Мы наконец-то начали, вы уже могли видеть наши кривляния. Мы тут разминались, баловались. Ну, давайте уже все-таки начинать наш вебинар. Прежде всего, давайте мы проведем наши необходимые стандартные процедуры, которые мы называем саундчек. Пожалуйста, внимание на экран. Коллеги, видите и слышите ли вы нас? Если да, то, пожалуйста, вот как у questions, которая выглядит вот так. Да, уже пошли плюсы, добрые слова, можно снова написать приветов, кучу приветов уже получили, всем привет, здрасте. Если вдруг звука у вас сейчас нет, либо он потом пропадет внезапно, такое тогда тоже случается, прежде всего попробуйте переподключиться, а потом уже напишите нам, уже переподключимся, наверное, скорее всего, мы. В общем, что-нибудь придумаем. Мы ведем наш вебинар чтобы вам было не скучно, чтобы вы смотрели не только презентацию, но еще и вот на Евгения Петриченко и на меня. Поэтому, если вам что-то надоест, либо презентация, либо мы, вы вот так вот движком регулируете и выбираете нужный вам размер. Запись вебинара мы уже ведем с двух компьютеров. Вечером, либо завтра утром мы вам пришлем ссылку на просмотр. Вы, может, надо будет еще раз пересмотреть, переслушать и, может быть, задать вопросы в экран. Либо присядьте к нам на почту, а мы уже потом на них ответим. Окей, давайте знакомиться, давайте представляться. Сегодня в студии я, Олег Строката, я руковожу отделом контроля качества компании Bittrex, Bittrex24, во всех остальных компаниях Bittrex. Рядом со мной сегодня... Сегодня рядом с Олегом я, Евгений Петриченко, я руковожу отделом мобильных решений компании 1С Bittrex. Евгений, здравствуйте! Ну и наша презентация, да, вот мы пропустили здесь этот самый титульный слайд. Сегодня она у нас называется про мобильное приложение. Мы будем рассказывать от разработки и до продвижения. Олег, чуть не забыл, давай спросим у наших слушателей, кто они, разработчики, партнеры, просто какие-то бизнесмены, которые имеют свой бизнес, им интересна эта тема. Да, совершенно верно. И пока мы будем вот здесь давать вводные, пожалуйста, мы очень хотим услышать, кто вы, кто сегодня с нами, вы разработчики, просто партнеры, либо просто зашел, пишет, что просто зашел послушать, тоже хорошо, это здорово, окей. Потом мы эту информацию обязательно обработаем. Спасибо большое. И плюс, коллеги, вот сегодня с нами будет вести наш вебинар, во второй половине вебинара с нами будет вести наш партнер Александр Зайцев. Да, мы позже его представим. Давайте немножко небольшую вводную, о чем мы будем рассказывать, в принципе. То есть весь вебинар у нас состоит из двух частей, как сказал правильно Олег. Это часть, которой будем рассказывать мы с Олегом, и часть будет рассказывать наш партнер. О чем мы будем рассказывать? В первую очередь мы будем рассказывать о том, приведем какие-то некоторые цифры. Во втором части доклада будут прогнозы, у нас будут уже какие-то совершившиеся факты. Мы про них будем рассказывать, именно в сфере мобильных приложений. Будем рассказывать... Почему нужно делать мобильное приложение? Чем отличается адаптив от мобильного приложения? В каких случаях нужно делать мобильное приложение, а в каких случаях нужно делать адаптив? Мы об этом будем рассказывать. Соответственно, наш партнер Александр Зайцев будет рассказывать все немного подробнее. Он будет рассказывать про продвижение мобильного приложения, про рекламу мобильного приложения и какие-то исследования интересные очень. Ну, я думаю, поделиться своим опытом вообще в области разработки мобильных Я приложений. Немножко расскажу про то, как на нашей платформе Bittrex Mobile делать приложение красиво, без каких-то прям очень сложных вещей, то есть кода будет мало, буду просто показывать, как, где взять информацию, как правильно сделать, и просто сделаю акцент на очень важных вещах. Угу. Вот и все. Да, окей, коллеги, сразу же... Предупреждаю, вопросы задавать нужно обязательно в ту же вкладку Questions, вот где вы сейчас и писали. О, кстати, вижу, что у нас сегодня есть даже будущий тестировщик Юлия, очень хорошо. Поэтому вопросы пишите, у нас будут такие содержательные блоки. Если что, я буду Евгения вот так вот бить и задавать ему вопросы, либо буду отвечать на них сам. Поэтому чем больше вы их зададите, тем хорошо, тем лучше, тем мы больше на них и ответим. Окей, слайд. Мобайл повсюду, коллеги. Вообще, почему мы завели сегодняшний разговор про мобильное приложение и зачем его вообще нужно разрабатывать? У кого сегодня нет вот такой вот штучки, скажите мне, пожалуйста. У кого нет, можете также мне написать. Я подозреваю... У кого есть, не пишите. Да, я подозреваю, что сегодня у нас таких не будет. Вот пишут только лишь, что вот есть еще один разработчик. А такие штуки, судя по всему, есть у всех. Да? Это, в общем-то, уже сегодня факт, это уже совершенно не новость, я думаю, что это уже все прекрасно знают. Ну, смартфоны у нас сегодня везде. Смартфоны, Samsung, Apple, Android,
все эти слова уже вам давно знакомы. Ну вот здесь мы подвели небольшую статистику. Это, во-первых, есть статистика уже общедоступная, то есть общенародное достояние, нет какого-то конкретного ресурса. Это даже на самом-то деле не тайна, потому что, видите, тут какие-то цифры, то есть получается 2013-2014 год, то есть это уже факт, который уже свершился. Совершенно верно. Да, то есть здесь ничего... Мы его констатируем. Да, просто так. То есть мобильных устройств много. Ну, совершенно верно. Количество мобильных устройств у нас уже превышает количество десктопных устройств. Почему? Потому что они проще, быстрее, дешевле, да, и даже иногда быстрее, дешевле, мобильнее, удобнее. Например, вот у меня вообще два телефона, у Евгения их целых 8 по роду его занятий, поэтому их просто больше, и их уже нужно обязательно учитывать. Мобильный трафик, само собой, увеличился. Да? 50% уже перешагнул. Совершенно верно. Опять-таки, как говорил Евгений, это данные 2014 года, поэтому я подозреваю, что сейчас трафик еще больше. Александр будет говорить про это. Александр позже совершенно верно скажет. Угу. Ну и, естественно, этому способствует стремительное развитие мобильных сетей. 3G, 4G. И, кстати, недавно, по-моему, на прошлой неделе я слышал, что, по-моему, даже Россия испытывала 5G. Типа самый быстрый интернет вообще в мире. Ну, поглядим. Интересно, как отразится это на трафике. Рынок устройств, как вот мы здесь пишем, естественно, перенасыщен. Цены снижаются. Сегодня, не знаю, самое дешевое Android-устройство сколько стоит? Мне даже страшно говорить. Короче, дешево. За дешево можно себе прикупить вот такую вот штучку и выйти в интернет и стать генератором на AliExpress. Генератором мобильного трафика. Поэтому это нужно обязательно учитывать. А вот прогноз компании Cisco, что к 2020 году вообще не останется мобильных телефонов. Не мобильных телефонов, а кнопочных телефонов. Будут только умные, очень умные, бескнопочные, кстати, коллеги. Этот вопрос мы любим задавать. Есть ли среди вас те, у кого все-таки есть сейчас кнопочный телефон, вот так вот затесался, там какая-нибудь Nokia, кирпич. И вы им пользуетесь. И вы им активно пользуетесь. Только честно, коллеги, скажите, да, вот я очень... Есть. Один. Один? Окей, Владислав. К 2020 году у вас не будет этого телефона, по прогнозам компании Cisco. Мы и компания Cisco вам это обещаем. Давай переключимся на следующий слайд, поглядим, что у нас там есть. Цифры. Цифры – это опять-таки общедоступная статистика в интернете. Я с ними не очень согласен, потому что лично я, например, провожу больше, чем 180 минут в день в своем мобильном устройстве. Что я с помощью него делаю, коллеги, что я только не делаю. Совершаю покупки, лезу в банк, читаю новости без конца, работаю, в конце концов. Надо было с этого начинать, да? Но вот по нашим данным, по нашим подсчетам, не только по нашим, 180 минут в день проводит средний человек в мобильном устройстве. Евгений, по-моему, проводит все сколько? 18 часов, по-моему, да, ты проводишь в день? Сколько я там работаю? Совершенно верно. И 86% из этого мы проводим вообще в мобильных приложениях, да? Ну, опять-таки, мы не в счет, мы проводим намного больше. А 90% времени... Эти пользователи, то есть мы с вами, да, проводим в 5-7 приложениях. Ну, на самом-то деле, это в 5-7, это которые мы используем, ну, практически каждый день. Может, у кого-то даже меньше вообще. Ну, то есть, есть такие приложения, которые каждодневно ты не используешь. Например, какой-то навигатор или там пиццу ты раз в неделю заказываешь, и приложение для заказа пиццы ты используешь раз в неделю. То есть, приложений на телефоне больше, используете вы их практически все, ну, если как бы так у вас... Там вы осознанно их поставили, но, скажем так, одни реже, другие чаще. Владислав, вот хорошее замечание про бабушек. У бабушек мобильные телефоны с кнопками будут всегда. Ну, окей. Хорошо. Да, скоро бабушки будут другие, которые начинали пользоваться. Совершенно верно. Скоро те, кто были недавно в подрастающем поколении, будут бабушками, у которых уже будут такие устройства. Окей. Ну, еще у нас есть некоторые циферки, они традиционные, в принципе. Мы их очень любим, да. Особенно вот этот вот раздел других. Ну, здесь коллеги, да, здесь это опять-таки общая интернетошная статистика, что 19%, я подозреваю, сейчас уже должно быть больше, 19%. Нет, тут меньше у iOS, iOS, у Android побольше, то есть 69% это такой по миру, в некоторых регионах там до 80-85% доходит. Ну, простая разбивка. То есть, в принципе, тут из этих цифр понятно, что аудитория именно пользователей Android, она намного шире, намного больше. Но там другие есть нюансы. Они просто меньше покупают, но их больше. Да, ну и вот раздел «Другие» мы даже не называем эти мобильные платформы. Ну, в частности, сюда входят Windows Phone, по-моему, есть еще какая-то популярная, я не помню. Нет,
Нет, практически, окей, практически, но это, но Windows Phone это не 12%, это на самом деле там Symbian, Bada, да, Samsung, да, да, и другие всякие операционные системы, они там вместе там собираются, и вот они составляют эти 12%. Поэтому, коллеги, если вот сразу же предвосхищаю ваши вопросы, будет ли что-то про Windows Phone? Нет, про Windows Mobile не будет. Мы будем рассказывать только про iOS. Да. И... да, еще могу уточнить, опять же, его не будет и в нашем докладе сейчас в вебинаре, и, в принципе, если будут вопросы по поводу, будет ли поддерживать наша платформа, который мы будем рассказывать, Windows Phone, то на данном этапе уже, скорее всего, нет, потому что сам Microsoft не особо-то поддерживает свою платформу, поэтому и мы не торопимся, в общем, делать поддержку. Итак, из вышеперечисленного можно сделать, конечно же, какие-то определенные выводы, то есть они, в принципе, очевидны. Если вы владелец бизнеса, вы невольно задумываетесь, как захватить эту широчайшую аудиторию, постоянно растущую. И у вас всегда и у вас обязательно встанет вопрос, что сделать для того, чтобы привлечь мобильного пользователя к своему бизнесу, к своему сервису. И у вас есть несколько вариантов. Это сделать адаптивный сайт. Ну, то есть ваш сайт у вас, допустим, он уже есть. И вы делаете адаптивную верстку. Сделать, опять же, приложение мобильное. Или сделать мобильный сайт. Мобильный сайт... ну, я думаю, что мобильный сайт – это отдельная тема, это вообще отдельный сайт, это дороже, чем адаптив, и я думаю, что не стоит рассматривать его, хотя на самом-то деле, может, и есть. Коллеги, какое-то считаю, другое мнение. Забегая вперед, вот вы разработчики, вы наши партнеры, вот скажите нам, есть ли у вас опыт заказа именно мобильного сайта сейчас? То, что он был, это понятно, а вот, скажем, за последние полгода-год заказывали вам или приходилось ли вам разрабатывать именно мобильный сайт? Вот я вижу, что пока что ответов нет. То есть нет. Два ответа нет. Я подозреваю, что... Адаптив всегда, я так понимаю, да? Адаптив, да. Скорее всего, да. Ну, соответственно, мы точно так же... А, есть, вот есть какие-то случаи. Сами делаем. Есть. Да. Есть. Окей. Только адаптив. Ну, вот видишь, у кого-то есть, у кого-то нет. Ну, в общем, есть мнения такие разные. Вот. Спасибо. Вот. Вот я вижу, адаптив уже всегда. Правильно. Вот. Поэтому мы будем рассматривать и сравнивать сейчас адаптив и мобильное приложение. То есть определились. Давайте посмотрим. Сравнение адаптива против мобильного приложения. Здесь у нас на слайде, как вы видите, у нас есть плюсики со стороны мобильного приложения и со стороны адаптива. Итак, очевидные плюсы адаптива. То есть, когда у вас есть сайт с адаптивной версткой, его легко найти, потому что пользователь заходит в браузер, вбивает в Google там что-нибудь, и вот там появляется ваш сайт, и, собственно, вот он доступен пользователю как никогда. Ничего не нужно ставить, браузер везде есть. Соответственно, это еще и порождает такой эффект, когда трафика в два раза больше, чем в мобильном приложении, потому что люди через поиск, это, собственно, сами поисковики этот трафик вам делают. Низкая стоимость разработки сайта с адаптивной версткой. То есть то же самое, ну это по сравнению с мобильным приложением, то же самое, как и сайт, только адаптивная верстка. Ну сейчас, к слову здесь сказать, например, в Битриксе наши шаблоны уже поддерживают адаптив. Да? Например, да, если мы говорим о шаблоне, да, магазина, то, да, вам даже практически ничего не нужно, уже есть. Да. Все. Кроссплатформенность. Ну, я взял в кавычки кроссплатформенность, потому что, ну, браузеры есть везде, на любых телефонах, и везде адаптивный сайт будет более-менее отображаться корректно, правильно работать и так далее. То есть везде как-то он будет работать. Легко обновлять. На сервере вы все поменяли, у всех пользователей все поменялось, он видит уже обновленные вещи. Легко разрабатывать. То есть порог входа, те же самые специалисты, что и при разработке обычного сайта, верстальщики, веб-разработчики, специалисты там PHP и так далее, ну и тому подобное. Вот плюсы адаптива. Приложение. Очень сложно обычно говорить про плюсы приложения, потому что они, не знаю, они какие-то немножко абстрактные, что ли. Но мы пытаемся немножко конкретизировать эти вещи. Я в свое время, когда вот формировали тему доклада, вот, даже на партнерку, мы с Евгением спорили, что лучше, адаптив или приложение. Вот что лучше? Действительно, вот мне, на мой взгляд, адаптив. Зачем мне разрабатывать приложение, если есть адаптив? Нет, оказалось, что вот выводы у нас все-таки другие. Как правильно кто-то оставил нам комментарий, то есть адаптив всегда заказывают. То есть адаптив теперь must have, потому что и Google требует, то есть если ваш сайт не соответствует каким-то определенным требованиям в плане адаптивности, то вы по ним понижаетесь в выдаче, в ранжировании. Да, соответственно, это уже просто как бы вынужденная мера, то есть сделать адаптив. А вот сделать ли мобильное приложение, встает вопрос, соответственно, как дополнение.
ситуацию. Итак, мобильное приложение. Плюсы. Персонализация и контакт с брендом. Я объединю эти понятия. То есть, когда пользователь ставит приложение, он видит эту иконку, mm-hmm. он всегда контактирует визуально, и вы ближе к пользователю как никогда. То есть, это то самое есть. И вы можете пользователю предложить какие-то персональные вещи, используя технологии именно мобильного приложения. Скорость работы мобильного приложения в общем случае всегда выше, чем скорость работы сайта с адаптивом. Более того, вот по своему опыту я могу сказать, что я даже ожидаю большей скорости от приложения, нежели я захожу вот в браузер. Сегодня я публиковал фотографию в Facebook через браузер. Господи, как медленно мне показалось, как он работает. Зашел, загружается страница. Короче, когда я захожу в приложение, я уже... Хочу, я знаю, что она работает быстрее. Поэтому, если я нацелен на скорость, я обязательно поставлю себе приложение. Больше я через браузер публиковать не буду. Нет. Понятно. Твое разочарование. Итак, user experience, то есть, или пользовательский опыт, говоря по-русски. User experience – это, если перефразировать, в общем, это ощущение пользователя от работы с вашим продуктом. То есть, будь то сайт, приложение и так далее. Вот у приложения это более богатый user experience. То есть, когда пользователь пользуется вашим мобильным приложением, обычно мобильное приложение очень похоже по поведению на саму операционную систему. И ему просто удобнее с этим всем работать. Он уже знает, там, как будет реагировать кнопочка, он уже знает, там, нажимаешь куда-то, там как-то все это вылетает. И ему комфортно. То есть, и у него какие-то другие положительные впечатления от этого всего возникают. В общем случае, адаптив такого не может дать, потому что он везде выглядит одинаково и не очень сильно похож на конкретно элементы самой операционной системы, будь то iOS или Android, Windows Phone, тот же, неважно. Пуш-уведомления – уникальный способ коммуникации с клиентом. То есть в адаптиве его нет, но вы можете в своем мобильном приложении сделать умную пуш-рассылку, подписать пользователя на определенные вещи и получать фидбэк, если пользователь переходит по вашим уведомлениям, то есть можно сделать какие-то выводы, то есть что пользователю интересно, сделать какое-то персональное предложение и так далее и тому подобное. Ну и взаимодействие с другими приложениями. Под этим пунктом я подразумеваю взаимодействие не только с приложениями, как там какой-нибудь Google Maps или что-то в этом роде, а именно приложениями системными, допустим, приложение камеры в операционной системе Android, iOS, приложение контактов, то есть вы можете быть... Отпечатки пальцев. Да, да, вы можете быть интегрированы прям в систему, и опять же, пользователь от этого получит тот самый богатый user experience. Адаптив этого сделать не позволяет? Адаптив пока этого не позволяет сделать, то есть нет у него таких возможностей. Какие-то есть, но не все. Итак, вот такое у нас сравнение получилось. Adaptive must-have приложение обладает вот такими вот плюсами. А вот тебе вот вопрос такой. А что лучше, гибридное или нативное приложение? Скажи, пожалуйста. Тут вопрос, в принципе, вопрос ресурсов. То есть гибридные mm-hmm. приложения – это приложения, которые фактически пишутся один раз на языках там, JavaScript, допустим, mm-hmm. или еще каких-то других языках. Используются для верстки HTML и так далее. Ну, я буду про это рассказывать. И это дешевле. Mm-hmm. И есть определенные ниши приложений, где этого достаточно. А нативные приложения – это дорого. Это лучше, это быстрее. Но это дорого в разработке, дорого в поддержке и плюс еще на разные платформы. То есть mm-hmm. тут вопрос вот ресурсов. То есть ли у вас готовы ли на это все? И вот, коллеги, вот мы когда как раз-таки я начал со спора, да, вот каким же выводом мы пришли? Мы поискали статистику и наткнулись на исследование компании Comscore, которая прям отлично подвела черту под нашим спором и, в общем-то, красиво в графиках показала наши выводы, что от адаптива мы получаем свое, а от приложения мы получаем свое. От адаптива мы получаем, Женя, что? Больше уникальных юзеров, трафик, само собой. Трафик. Его генерирует сам Google, поисковые системы, благодаря тому, что у вас есть адаптивный шаблон. То есть Google это учитывает и не понижает вас. Ну а приложение, оно близкое, оно личное. Там больше уникальных действий внутри этого приложения пользователь делает. Такова статистика. Скажем так, тут если еще больше упростить, то есть если пользователь ставит ваше приложение, то он проводит в нем больше времени, чем он провел бы на вашем адаптивном сайте. Обычно как генерируется трафик на сайтах. То есть ищется какая-то информация, пользователь в выдаче переходит на ваш сайт, ищет какой-то там контакт,
телефон, звонит по нему, и, в принципе, все. То есть очень нечасто он совершает какие-то действия там. Он просто нашел, ну, а трафик сгенерировался, юзер появился уникальный. Ну, вот отсюда вот такие вот графики. Угу. Вот. И это нужно учитывать, опять же. Это большой плюс. Есть тебе вопрос, но я вот жду, когда ты остановишься. Вот что у нас дальше по слайдам, и давай поглядим. Я тебе задам вопрос. Итак, это у нас маленький совет. Давайте посмотрим назад немножко. Вопрос? Да, вопрос. Вот здесь вот Олег, тезка, угу, привел такой вопрос, что кто-то недавно рассказывал из Google, что AMP, хотя что такое AMP, я не знаю, возможно, угу, не знает, убьет мобильное приложение для сайтов. Ты что-то слышал по этому поводу? Что, ну, можешь сказать? Сейчас я скажу. Ну, Google, конечно, рассказал о своей технологии AMP, которая убьет сайты. То есть, ну, естественно. То есть, пока я не видел я понял, никаких приложений. Возможно, он и убьет, но как бы мы об этом узнаем, когда он убьет. То есть, угу, пока никаких вещей таких нет. У них есть, на самом деле, у Google очень интересная технология, называется Android Instant App. Это когда, это я слышал, это да, когда вы уже в Android 7, который вышел, вы будете искать какое-то что-нибудь, какой-то контент, например, купить сумку или фотоаппарат, и вам прямо в выдаче, прямо в браузере, в Google Chrome будет выдаваться ссылка, ну, то есть купить там, mm-hmm, что-то там. Вы нажимаете, и вдруг внезапно у вас запускается приложение, которого у вас нет на телефоне. То есть получается, что Google хочет сейчас уже стереть границы между сайтом и приложением. То есть они пытаются это сделать, и, ну, я надеюсь, у них получится это сделать. И тогда трафик генерироваться будет, ну, там еще вопрос будет по трафику, у кого это, его будет больше. Окей, спасибо. Итак, по поводу всего сказанного, опять же, у нас мобильное приложение вроде обладает какими-то плюсами, когда его нужно делать. То есть оно вроде как дорогое, то есть, mm-hmm, и поэтому нужно к этому вопросу подходить очень так, серьезно, то есть к дополнению к адаптиву. Итак, когда нужно делать мобильное приложение? Я вкратце расскажу, наш коллега Александр расскажет еще более подробно про все это. Когда нужно делать мобильное приложение? Когда вам нужно дать клиенту более богатый user experience? Ну вот вы хотите сделать, чтобы пользователю было хорошо, лучше, чем могли бы. Необходимо часто взаимодействовать с пользователем. Это пуш-уведомления, то есть постоянно висеть у него на экране, на иконке, постоянно напоминать о себе, вот какой-то тесный контакт должен быть с ним. Ну и ваш бизнес подходит под определенную категорию. Это какой-то повторяющиеся заказы, ЖКХ. Это вот у Олега любимая тема. То есть, если вы приложение для ЖКХ. Вот совершенно. Да. Вчера вот мы как раз обсуждали. Я хочу мобильное приложение предложить нашей управляющей компании сделать ей мобильное приложение. Чтобы если сгорела лампочка, я отправил им сообщение, нотификацию, пуш. Ребята, поменяйте лампочку. Они мне вот этот отправили бы пуш. Окей, лампочка готова, поменена, все хорошо. Вот у нас, кстати, был реальный пример. Да, Женя? Неудачный. Ну, да, опять же, наш партнер рассказывал про тот самый неудачный пример, когда было заказано приложение для продажи кирпичей в интернете. Ну, то есть, не в интернете, в App Store. Мягко говоря, не пошло приложение. Ну, как бы, и, соответственно, ну, это тот пример, когда бизнес не совсем подходит. То есть, вам мобильное приложение, ну, не особо поможет в этом плане. Хотя, может быть, какой-то гениальный маркетинг может быть. Согласен. И как раз-таки вот наша платформа, она и позволяет вам быстро оценить без особых затрат, подходит мобильное приложение для этой сферы или же нет. Получается ли продавать кирпичи через App Store или трактора, или нет. Трактора – это тоже реальное приложение. Это реальное приложение, которое разрабатывал один из наших партнеров. Итак, и вы хотите предоставить необходимые функции вашему клиенту, то есть, опять же, интеграция там, с камерами, геолокация, запись видео, звука и так далее и тому подобное, интеграция с контактами. Всего этого нет в браузере, а вы хотите дать эти функции пользователю, и ваш сервис подразумевает такие функции. Вам нужно делать мобильное приложение. И вот, кстати, Дмитрий, как раз-таки вот ваш вопрос про того, подходит ли мобильное приложение для продвижения дымоходных систем и каминов. Вопрос рынка. Вот опять-таки с кирпичами не пошло. Ну, это просто факт. Это партнер делился своим опытом. Действительно не пошло. То есть просто не покупали кирпичи через приложение в App Store. Как будет с дымоходными системами и каминами, я предлагаю оценить. То есть, мне сложно сейчас сказать да или нет. Это вопрос оценки, да. Да, прощупывание рынка. То есть насколько, да, то есть как-то. Ну, я могу точно сказать, что вот как бы заказ каминов – это не повторяющиеся заказы, как бы, то есть. Совершенно. То есть я, например, не каждый день их заказываю. Поэтому, наверное, нельзя их отнести к этой категории. Ну, можно заказывать, например, техобслуживание.
или угли, или дрова. Да. Итак, когда нужно мобильное приложение, мы определились, и вроде как дорого. Это же нативные приложения для iOS, для Android, разные разработчики поддерживать. Все это очень страшно, и нужно какие-то ресурсы новые привлекать, какой-то новый рынок. И мы в нашей компании решили эту задачку порешать. И в результате чего родилась технология Bittrex Mobile, которая соответствует определенной концепции, что приложение – это сайт. Сейчас я немножко объясню, что это означает. Продукт «Мобильное приложение», а не Bittrex «Мобильное приложение», обладает следующими свойствами. Разработка приложения с помощью нашей платформы ведется с помощью уже известных всем свойств, ну, свойств технологии и средств. Это HTML, CSS для верстки, JS, PHP для программирования клиентской серверной логики. Все просто, те же самые разработчики, что делают сайты, адаптивы, могут делать и мобильные приложения на платформе Bittrex Mobile. Соответственно, кроссплатформенность, самые популярные платформы, Android и iOS, вы однажды написали приложение на Bittrex Mobile и работает на две платформы. Низкая стоимость разработки, ну, потому что те же самые технологии, те же самые разработчики. Масштабируемость, то есть приложение может разрабатывать целая команда, большая, не получая, то есть без каких-либо определенных навыков в плане там, знания работы мобильных приложений, они делают то же самое, JS, PHP и так далее. Интеграция с нативными интерфейсами – это фишка нашей платформы, то есть вы фактически в своем приложении можете оперировать не только версткой, браузерами, их там несколько в наших мобильных приложениях, сколько вы там их создадите, а еще вы можете все это приправлять нативными элементами, панельками, верхняя панель, вот, навигация, она нативная, анимации слайдеров, все это делается нативно, что дает тот самый user experience, когда вы пользуетесь как будто нативным приложением. И такое иногда случается, что люди даже не могут различить нативное приложение и гибридное приложение. Вот как у нас гибридное приложение. Возможность создавать офлайн приложение. В нашей документации об этом есть. Много, целый раздел, как создать офлайн приложение. У нас есть специальный конструктор, который есть в редакциях во всех, по-моему, там, кроме первого сайта и редакции старт, где вы первоначально настраиваете приложение, создаете, раскрашиваете его, цветовые схемы, там множество параметров. Но, конечно, не создает полностью приложение, он создает каркас этого приложения, который будет как-то уже выглядеть. А контент, верстка, это уже делают ваши специалисты. Но тестирование мобильного приложения происходит через специальное приложение, называется Bittrex Mobile, есть в App Store и Google Play. И важная особенность платформы – вам не нужно перевыпускать приложение после первого выпуска. То есть, когда вы первый раз выпустили приложение на нашей платформе, вы можете менять все на сервере. Вы все меняете на сервере, и пользователи, которые уже поставили мобильное приложение ваше, они видят сразу результат в реальном времени. Перевыпуск никакой не требуется. Только в некоторых моментах, когда вам нужно поправить какие-то ошибки с нашей стороны, когда мы выпускаем обновление, еще что-то. Только в этих случаях. Но это редко случается. В основном вы делаете все сами. Итак, как это работает? Работает это очень просто. Вы пишете код на JavaScript, PHP, HTML и сразу же получаете результат. Без всякой компиляции, без ожиданий, без каких-то либо дополнительных телодвижений вы можете уже сразу начать разрабатывать мобильное приложение. Это простое объяснение, как это работает. Теперь немножко сложнее. Мобильная платформа Bittrex Mobile основывается на таком, наверное, известном в узких кругах фреймворке, как называется Cordova, или кто-то слышал PhoneGap, но он лежит в основе только как технология вызова функций. То есть фактически на стороне нашей платформы, где закрытый код, версия на Java, для Android и Objective-C, для iOS, наш плагин Bittrex Mobile, который вам дает массу возможностей, и фактически вы управляете всем этим на сервере с помощью специальной JS-библиотеки Bittrex Mobile. Весь контент, логику, все это делается на сервере и выполняется в контексте нашей платформы, и у вас получается гибридное мобильное приложение на платформе. Итак, давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть, скажем так, три бесплатных инструмента. Это уже упомянутый конструктор, библиотека Bittrex Mobile с возможностью управления нативными элементами и другими фичами, и приложение для разработчиков в Google Play и App Store.
Все это бесплатно. Вы можете не покупать лицензию на мобильное приложение и просто начать уже разрабатывать. Играться с этим, проверять, возможности смотреть какие-то. Как только вас все устраивает, вы разработали мобильное приложение, вы как партнер предложили заказчику уже ваше решение, ему его все устраивает, вы можете купить, только тогда можете купить лицензию. Все просто. Да? То есть каких-то потерь особых тут нет. То есть ваши разработчики легко могут обучиться разработке приложений на нашей платформе. После того, как вы покупаете, собственно, лицензию, чтобы выпустить готовое мобильное приложение, вы создаете заявку на нашем сайте, вбиваете туда ключик купленный, стоит он сколько там, 47, по-моему, 900, по-моему, полная стоимость лицензии. Мы выпускаем для вас два приложения одновременно. Для Google Play, соответственно, для Android, и в App Store для платформы iOS. Вот здесь как раз вопросы про лицензию и были, да? Ну, ты уже озвучил. Да. Все просто. То есть специалистами нашими полностью выполняется публикация. То есть если вы хотите это делать сами, то тогда мы вам собираем дистрибутивы, и вы сами публикуете. То есть тут нет проблем. Но как бы, как показывает опыт, когда мы говорим нашим клиентам, так, предоставьте нам вот эти вот данные, то есть он говорит, ну, мы не дадим вам никаких аккаунтов, потому что, ну, там, конфиденциальность, ну, все понятно. Вот, мы говорим, тогда вам нужно сделать следующее, чтобы мы собрали, что это такой список. И они нам сразу дают доступ. Да. Ну, то есть, потому что, да, для первый раз это, ну, довольно сложно. Просят еще раз повторить стоимость. Стоимость 47 900. Ну, я так понимаю, полная. 47 900 рублей. Да. Без, на год там поддержка идет, получается, да, что можно год неограниченное количество раз пересобирать приложение, если вдруг какие-то нужные вещи. То есть приложение собирается полностью с вашими стартовыми экранами, иконками, какими-то персональными настройками, цветовыми схемами. То есть вы фактически видите уже готовое приложение, то есть так, как вы уже как бы представляете. Итак, давайте вернемся к нашему сравнению. В итоге, чего мы добились, когда мы сделали наш продукт Bittrex? Один из Bittrex мобильное приложение, платформа Bittrex Mobile. Мы перенесли некоторые плюсы адаптива, фактически большинство плюсов адаптива, в мобильное приложение. То есть у нас получается вот так. То есть низкая стоимость перекочевала, кроссплатформенность. То есть один раз разрабатываешь, на две платформы работает. Легко обновлять, легко разрабатывать. Точно так же, как и сайт. Единственное, что у нас не получилось поиск, ну, это уже как бы поиск не выдает. Мы не виноваты. Это вопрос времени, я подозреваю. Это вопрос времени. Да, опять же, та самая технология Google Instant App, совершенно которая, верно, возможно, даст толчок. Вот, и как раз, которая закроет вот эти вот два пункта. Два преимущества два именно пункта. Адаптива. Видим такую картину интересную. Да. Есть тебе несколько вопросов. Да. Хочешь? Да, во-первых, вот мы говорили про техническую часть. А вот как насчет управления клавиатурой нативной с помощью нашего привода? Возможно ли? Управление на уровне, там, смотря какое управление. То есть показать, спрятать клавиатуру, в принципе, можно. То есть, но каких-то манипуляций производить с ней, то есть мне даже сложно представить, какие конкретно манипуляции нужны. Ну, я думаю, что нельзя. То есть можно использовать какие-то, у вас же фактически будет там страничка, будет HTML, вы можете, допустим, какие-то HTML5 типы там указывать, например, в инпуте. Он будет, клавиатура, менять свой вид. Вот наша техподдержка пишет, что ей вообще нельзя управлять. А вот на каком уровне, Алексей, вы хотите управлять вот этой клавиатурой? Вот ваш опыт. Напишите, мы ответим. Вот следующий вопрос. Будет ли возможность менять офлайн страницы без перевыпуска? Да. Такая возможность у нас будет, и фактически даже, я бы сказал, что в текущей версии приложения, платформы, эта возможность даже есть. Но с некоторыми огрехами она работает, и поэтому мы не анонсируем эту возможность. Мы там кое-что подправим, сделаем более стабильным, оттестируем, и можно будет офлайн-ресурсы в реальном времени закачивать, сохранять и обращаться к ним. Это страницы и все такое. Все это можно сделать будет. Вот Алексей написал, показать, спрятать, показать только цифровую клавиатуру. Пока этого было достаточно. То есть на этом уровне. Но показать цифровую клавиатуру, как я уже сказал, можно, по-моему, задав тип поля ввода, насколько я понимаю, клавиатура должна менять свой вид. Я так понимаю. То есть показать, спрятать конкретно, ну, такие функции, в принципе, чтобы спрятать клавиатуру, нужно убрать фокус с какого-то поля ввода. То есть, в принципе, этого должно быть достаточно. Если это не работает, то нужно разбираться. Я подозреваю, что
Владислав, Александр, я прошу прощения, напишите, что Евгению Петриченко, в конце будут контакты, я думаю, что вы найдете решение. Есть вот еще вопрос от Владислава. Есть ли готовые решения, кроме тех, что уже есть в маркетплейсе от партнеров? Я подозреваю, Владислав, в качестве примера вы хотите их поглядеть. Да, они есть, но не все мы их публикуем, потому что, как вот мы сейчас, как Евгений рассказывает, во-первых, есть решения, которые разрабатываются индивидуально, да, естественно, без права публикации их где-либо и упоминания даже о том, что они были разработаны. Поэтому они есть, их много, я не знаю, общее число у тебя есть сейчас? Приложений всего, да. Сколько да, есть. Пошло через ваши руки? Ну, если так посмотреть, то есть где-то мы около там 280, по-моему, приложений. Короче, они есть. 200. Окей. На обе платформы, дальше. Соответственно. То есть, ну, есть те, которые то есть, не учитываются, то есть там в статистике, скажем mm-hmm. так, те, которые мы собираем отдельно. Итак, преимущества мы перенесли с адаптива на приложение. А теперь очень интересный термин, который на противоречие противоречит предыдущему тезису. Приложение – это сайт, а теперь я говорю, что приложение – это не сайт. Я сейчас скажу, что конкретно это означает. Давайте обратимся. Вот у Apple, компании Apple, есть некий свод правил, называется Apple Review Guidelines, которыми руководствуются ревьюверы, проверяльщики вашего приложения. То есть, когда вы отправляете в App Store ваше приложение, они прям открывают и смотрят, соответствует ли ваше приложение всем пунктам, которые указаны в этом ревью. Прям как робот. Вот я могу даже не преувеличивать. То есть, это вот прям так и есть. То есть, если вдруг что-то не соответствует, у вас там картинка плохого качества, есть такие пункты, если у вас плохая картинка, они вам напишут, что вы вот не соответствуете вот этому пункту, у вас там картинка размазанная. А пользователи наши привыкли к нормальным картинкам, они так и пишут. Это все правда, и прицепиться они могут к чему угодно. И у них есть такой интересный пункт. Не помню, какой номер, но, в общем, это выдержка, перевод. Ваше приложение должно содержать контент, обладать возможностями и пользовательским интерфейсом, которые выходят за пределы обычного сайта. И в итоге вам дают такой вот вердикт. Ваше приложение ничем не отличается от сайта. Бац, отклонено. То есть вот так есть. То есть это когда вы внутрь приложения, вот на нашей платформе, просто вставляете адаптивную верстку, и она вот это там тормозит, глючит, какие-то вот эти всякие артефакты, работает как-то неестественно. Mm-hmm. И когда ревьювер тыкает, смотрит, говорит, да не отличается это от мобильного сайта. Ну, то есть, все, реджект. Поэтому вы должны при разработке приложения любого гибридного, в том числе на Bittrex Mobile, я буду рассказывать про Bittrex Mobile, учитывать то, что вам дали те же средства разработки, то есть, но разрабатывать нужно по-другому. Этому нужно обучаться. Не сильно, но все технологии известны. Я о некоторых из них расскажу. Просто такой сделал обзор, как правильно делать, фактически, как сделать красиво на Bittrex Mobile. Итак, красота начинается с документации. То есть, надо ознакомиться с документацией. Наша документация очень красочная, там есть картинки. Там будет еще слайд про это все. Ну, нужно изучить все возможности и опции конструктора приложения. Там множество настроек, которые могут решить вашу задачу. То есть и в плане поведения приложения, и в плане вида, то есть интерфейса. Есть у нас специальная технология, внутренняя технология Bittrex Mobile, это специальная навигация. Я покажу, как она работает. Ее нужно использовать. Для работы с вашими страницами нужно обязательно использовать AJAX. AJAX-запрос фоновый, обновление данных, записи каких-то какие-то объекты и обновление построения интерфейса через JavaScript без перезагрузки страницы. Это дает хороший пользовательский опыт. Это прям практически... Вот, вы когда в Facebook заходите, вы же не видите, что у вас страница перезагружается. То есть вы видите, что там динамически все подстроится, там как-то все показывается. Вот такой же эффект нужно создать и в вашем приложении. Нужно использовать ленивую загрузку, расскажу, что это такое, и использовать события в Bittrex Mobile. Также покажу, у меня есть примерчик, мини-пример, который покажет, как это работает. И, естественно, все кэшировать. Использовать кэш, потому что, извините, когда вы сидите дома, у вас Wi-Fi, там можно невероятно глючный сайт сделать какой-нибудь, и у вас будет все работать, потому что Wi-Fi вытягивает. Там какие-то адские картинки по 10 мегабайт. А вот если у вас будет пользователь в ваше мобильное приложение ходить через мобильный интернет, то тогда там все ваши картинки будут настолько тормозить загрузку,
всех ваших экранов приложение, что он, в принципе, как бы не дождется от этого и просто выключит ваше приложение и удалит. Поэтому все это нужно делать обязательно. И я не советую пренебрегать этим всем. Итак, давайте с первого пункта. Документация. Документация у нас практически есть все. Мы постарались сделать так, чтобы все, что вам нужно для разработки, было вот по этой ссылке, которая указана. Это наш курс номер 80. Там есть все. Этапы создания. Создание офлайн-приложения, целый раздел. Полностью документированная API, на данный момент, который является стабильным, с видеодемонстрацией. То есть это не просто вызов функции, прям вы увидите на Android и на iOS, что вы увидите после вызова этих функций. Вы можете посмотреть, что вам подходит, как это должно работать. Есть информация по подготовке приложения к публикации перед тем, как отправить нам заявку. Информация, как отлаживать приложение на Bittrex Mobile. Ну и работа с пуш-уведомлениями, тоже есть там отдельный раздел. Итак, документация, все понятно, и обязательно перед этим нужно ее изучить, перед тем, как начать разрабатывать. Конструктор мобильных приложений. Я говорил, что нужно изучить все его возможности. В принципе, на видео я его демонстрирую. Переходим в сервисы, раздел «Мобильное приложение» и конструктор мобильных приложений. Как вы видите, здесь возможности, в принципе, есть... ну, они понятны. То есть есть две части конструктора. С одной стороны, мы разбили по разделам параметры, которые вы можете настроить, а с другой стороны, некий превью. То есть вы фактически видите, как у вас будет приложение выглядеть в некоторых моментах. То есть вы просто набрасываете такой макет. Потом это приложение, когда вы подключаетесь через приложение Bittrex Mobile, вы фактически видите ту же картину. Вот я гляжу, даже я смогу теперь сделать себе мобильное приложение. Да, да, тут все просто. Тут настраивается цвет, фоны, какие-то опции, которые не визуальные, поведенческие. Какие-то вещи офлайн точно так же здесь настраиваются, файлы, которые будут в офлайне находиться. Все находится здесь. То есть это такой мощный, это, грубо говоря, это первое, что нужно сделать после ознакомления документации. Это нужно зайти сюда и просто пощелкать, и посмотреть, и подключиться к вашему приложению, посмотреть, что, ну, что вообще получается. То есть даже не обязательно там что-то программировать на этом этапе. С конструктором все ясно. В документации все подробно описано, опять же. Давайте посмотрим. Итак, упомянутая мной навигация. Здесь я привел пример нашего приложения Bittrex 24, нашего сервиса, которое точно так же сделано на платформе Bittrex Mobile. Очень хороший в плане источник, в плане вот этих всяких решений. Если посмотреть исходник нашего приложения на стороне сервера, то есть там много всяких решений, которые вы можете использовать в своих приложениях. В общем случае приложение на платформе Bittrex Mobile делится на три части. Это основной стек в середине, левый слайдер и правый слайдер. Все это обычные страницы, которые вы загружаете, в конструкторе все это настраивается. Слева в слайдере там бывает какое-то меню. Когда вы нажимаете, в серединке у вас получается открываются странички. В правом слайдере то же самое можно сделать. Ну, например, у нас приложение это просто чат. То есть список чатов. Вы можете, допустим, сделать, если у вас интернет-магазин, там может быть корзина. То есть корзина там просто будет, все товары, которые вы положили в корзину, например. Итак, как все это работает? Работает все это очень просто. Давайте посмотрим пример, как будет выглядеть приложение, если не использовать нашу навигацию. Итак, первый пример. Так, момент. Давайте посмотрим. Пользователь переходит по страницам. Как вы видите, он просто переходит, и страничка меняется, заголовок меняется, и все. Но загвоздка в том, что он не может перейти назад, он постоянно перезагружает страницу. Это без использования нашей навигации все это происходит. А теперь давайте посмотрим второй пример. Когда мы используем навигацию Bittrex Mobile, мы переходим на страницу, перешли на страницу 1, страницу 2 и страницу 3. И пользователь с легкостью может вернуться назад на любую из этих страниц. И даже использовать вот эти фирменные вещи, как вот в iOS показано, то есть обыкновенным свайпом. Это навигация Bittrex Mobile, и она сделана так, как это сделано вообще во всех приложениях, если они будут нативными. Поэтому я рекомендую ее использовать, чтобы пользователь себя комфортно ощущал при работе с вашим приложением. Делается это очень все просто. Всего три функции из нашей библиотеки Bittrex Mobile, которую в документации вы можете найти. Всего три функции. Это открытие, вот у вас есть центральный стек, у вас есть функция для добавления экрана в стек, для обнуления, то есть полностью закрыть все и открыть заново все, и создание нового модального стека.
Без, конечно, визуальных каких-то образов это очень сложно понять, как это все это работает. Но опять же, если вы зайдете в нашу документацию и найдете эти функции, вам там будет прямо видео, и на этом видео будет показано, как это будет работать. Я рекомендую использовать именно вот эти функции для работы на нашей платформе обязательно. Итак, используйте AJAX. Загрузка данных. Через AJAX должна происходить. Страница загрузилась, подгрузила данные с сервера. Отправка данных, форм каких-то тоже через AJAX. И изменение интерфейса тоже через JavaScript все это должно происходить. То есть пользователь должен постоянно видеть, какие, что, ну, что с ним работают, что его любят, что он не просто ему закрывают занавес и загрузка. Это все, это плохой паттерн. Давайте посмотрим, как плохо и как хорошо. Вот давайте посмотрим. Первое. Авторизация. Форма авторизации. Пользователь нажимает на кнопку «Отправить». Мы просто делаем пост на страницу, простой пост на страницу, и, соответственно, у нас появляется кнопочка загрузки. И сервер может отвечать на Edge, на 3G довольно долго. Давайте посмотрим. Отправляем. И сервер думает. Пользователь ничего в этот момент вообще не понимает. Куда загрузка, что происходит. Ну, непонятно. Раз, и, допустим, вышло. Вы успешно авторизовались. Но это плохо. Так делать не надо. Да, 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 да. Некрасиво. Да, но вот сервер при посте мог упасть, отдать там ошибку 502. И тогда бы что пользователь увидел? Ошибку 502, соответственно. Или 404, или что там сервер вообще может отдать. Или какой-то exception, там, Bittrex там отдал, что-нибудь в этом роде. Ну, то есть, вот так. И пользователь, соответственно, ну, он не пугается сразу. Естественно, так нельзя делать. Поэтому все такие вещи, пост, отправка данных, их обработка, она должна быть полностью контролируемая. Поэтому есть второй примерчик, как это делается. Мы нажимаем, и показывается определенная крутилочка нативная, пока идет авторизация, и когда ответ от сервера пришел, мы ему показываем, ну, скажем так, сообщение, можно тут перестроить интерфейс, показать ему другую страницу, то есть использовать наш API. Все аккуратненько, и если сервер вернул какой-то непонятный ответ, вы его можете обработать. Итак, идем дальше. Может, вопрос какой-то есть? Ну, вопросы здесь вот есть, да. Вот, во-первых, опять-таки, в защиту приложения Григорий говорит свой опыт. Да, совершенно верно. Мобильное приложение подходит для постоянных клиентов. Очень четко подмечено, коллеги, совершенно верно. Потому что оно это личное. Я там провожу больше времени, оно прям близко ко мне. Поэтому давай, очень хорошо. Не забирай хлеб у Александра. Совершенно верно. Об этом расскажет еще Александр. Я согласен с вами, Григорий, совершенно верно. И вот здесь вопрос про слайды. Алексей нам спрашивает. Алексей, мы презентацию вам пришлем. Действительно, презентация хорошая, пришлем. И еще есть один вопрос от Владислава, последний. Вот приложение по умолчанию, может ли быть связано с сайтом на Bittrex или нет? Или это все программируется отдельно? Это все программируется отдельно, потому что изначально мы не знаем, то есть, что вы вообще хотите сделать за приложение. То есть фактически наш конструктор создает вам макет, все нужные файлы кладет в нужную папку, и вы уже можете к нему подключиться. А вот размещение на этих страницах компонентов, которые будут там, настроены на ваши каталоги и так далее и тому подобное, все это делается там, через обычный визуальный редактор, все это настраивается, контент наполняется, все это своими руками. То есть, естественно, за вас мы запрограммировать приложение не можем, так же, как и сайт. То есть... Ну и вот еще здесь просит тебя рассказать отдельно про пуш-уведомления. По пуш-уведомлениям, у нас есть информация, прям раздел в учебном курсе номер 80, о чем я говорил. Там есть прям раздел пуш-уведомления, как отправлять, прямо вызовы. Дело в том, что пуш-уведомление такая персональная вещь, то есть у каждого разная идет подписка на пуш-уведомление, разная информация отправляется, и поэтому пока инструмента общего мы так и не смогли сделать, поэтому мы предлагаем вам сделать свое решение, все средства для этого доступны, у нас есть платформа. Окей. Вопросы еще есть? В конце, коллеги, мы после выступления Александра, мы их сейчас озвучим и ответим. Итак, lazy load. Идем дальше. Lazy load, наверное, все знают, тем более я посмотрел много разработчиков, знают, что это ленивая загрузка. Это означает, что данные будут загружаться тогда, когда это нужно делать, скажем так. И во всех приложениях, там, Facebook какой-нибудь, ВКонтакте, вы, наверное, замечали, когда листаешь ленту, только когда ты там долистываешь до какого-то, допустим, поста, у вас раз картинка не грузилась и раз появилась. То есть она только в этот момент загружается. Соответственно, экономит трафик пользователю и уменьшает время отображения страницы в случае, если это приложение построено на гибридной технологии, вот Bittrex Mobile. Давайте посмотрим, как это работает в нашем приложении. В очень хорошем примере Bittrex 24. Вот мы открываем, вот у нас есть живая лента, наше вот приложение. Открываем пост, и видите, картинки нет.
мы ее не видим, потому что она закрыта. А теперь мы ее открыли, и теперь пользователь их видит, эти картинки. И только в этот момент картинки загружаются. Это очень сильно ускоряет загрузку страницы, так как события загрузки дома, так называемый, он дом контент loaded, наступает гораздо быстрее. И пользователь видит контент уже раньше, чем эти картинки все загрузились. То есть вот так вот. То есть это хороший паттерн. Это нужно использовать, и для этого есть специальный объект Bittrex Mobile Lazy Load, который умеет регистрировать эти картинки, подменять эти картинки, когда картинка появляется на экране, и загружать уже полную версию. А так он до этого ставит заглушки. Можно его использовать. Итак, события в Bittrex Mobile. Это вообще черная магия. События в Bittrex Mobile – черная магия. Вообще очень мало кто знает про эти события. Это даже, может быть, с одной стороны, это наша вина. Но дело в том, что вся интерактивность приложений, которая вообще может быть практически, она вся построена на событиях нашей платформы. Что это означает? У вас есть, допустим, страница. Вот живая лента, страница 1. И есть две страницы, где-то у вас там живут по бокам там номер 2 и номер 3. На странице, которая живая лента, вы можете вызвать какое-то событие. Функции BX Mobile Lab on Custom Event и передать какие-то данные туда. И на этих страницах, которые вот эти 2 и 3, вы заранее должны повесить обработчик. Соответственно, любая страница может сообщить любым другим страницам, что что-то произошло. И, например, поменять интерфейс, поменять какие-то данные актуальные, неактуальные на своей странице. Я сейчас покажу, как это работает. У меня есть примерчик. Примерчик очень простой. То есть вызов события – это функция custom event, обработка события – add custom event. Это делает ваше приложение интерактивным. Видите, у меня есть некоторое приложение, которое состоит из двух страниц. Первая страница – это профиль, а вторая страница – это изменение профиля. Ну, условно, скажем так. И когда я иду, нажимаю на кнопочку «Подробнее», перехожу в изменение профиля, я там изменяю свое имя. Соответственно, потом у меня есть кнопочка «Назад», я должен вернуться, мое имя должно быть уже изменено каким-то образом. А на самом деле это вообще две разные страницы, две разные вкладки браузера, можно сказать. Так, давайте посмотрим, как все это происходит. Итак, приложение базовое. Это я, моя фотка, Евгений Петриченко. Здесь другая фотка, и я хочу изменить имя, допустим. Я меняю фамилию для начала. Евгений Иванов некий. Нажал кнопочку «Изменить имя» и возвращаюсь назад. Давайте посмотрим, что там будет. Евгений Иванов. То есть на странице, на которой вообще на самом деле ничего не происходит, то есть это имя поменялось. Давайте поменяем еще что-нибудь. Поменяем уже имя. Была фамилия, поставим имя. Сергей Иванов будет. Изменить. Возвращаемся. И здесь также Сергей Иванов. Даже сейчас можно посмотреть, что не просто там в какой-то момент, когда я перехожу назад, а в какой-то сразу же после нажатия кнопочки «Изменить» везде изменяется это имя. Давайте посмотрим, попробуем это свайпом сделать. Видите, там уже Сергей Петров, Петрович Иванов. Действительно, все в реальном времени меняется. И так достигается интерактивность. Вы можете на какую-то страницу поместить список товаров в корзине, добавить в корзину какой-то другой страницы, и у вас страница, которая уже загружена, будет автоматически меняться. То есть это та самая интерактивность, и вот эту вот технологию событий нужно обязательно использовать. Наше приложение Bittrex 24 фактически усыпано этими событиями. Там, по-моему, там их около 200, что ли, мы там используем. То есть когда страницы между собой общаются и меняют контент в динамике. То есть без этого никак. Обязательно нужно использовать. Ну и, конечно, последний совет. Кэшируйте все, что угодно. Опять же, я говорил про интернет. Каких-то особых технологий, кроме технологии офлайн-режима, который мы недавно презентовали, есть, опять же, в документации целый раздел. Есть еще другие браузерные технологии, которые вы можете задействовать. Это Application Cache, SQLite, IndexedDB и Local Storage. Вы можете там все закэшировать, оттуда брать данные, показывать пользователю в офлайне какие-то данные, показывать ему какие-то закэшированные данные в это время, загружать эти данные, потом опять же в кэш их писать. И научитесь этим пользоваться, если вы никогда этим не занимались. Когда не знаешь, что делать, кэшируй. Возможно, да. Возможно, это имеет смысл. Окей, по твоей части подозреваю все. Прежде чем мы Александра включим в
микрофон. Еще есть у нас парочка вопросов, на которые я предлагаю тебе ответить. Очень быстро. В андроидах левая кнопка не меняется автоматически на назад. Можно ли как-то исправить, чтобы было как в айфонах? Если говорится о надписи «назад», то тогда да, действительно не меняется. Но вот стрелочка сейчас уже в последней версии появляется. Раньше там было меню, то есть как переходишь, у вас постоянно там меню. А сейчас там появляется кнопочка стрелочка «назад», угу. То есть без надписи. Если имеется в виду конкретно просто обозначение, что нужно «назад», то это обозначение сейчас уже появилось. Мы поменяли немного логику в платформе. Угу. И еще один вопрос от Марины. Можно ли синхронизировать контент сайта и, очевидно, мобильного приложения, если они оба на один из Bittrex? Если это одна и та же установка, фактически все, что вы меняете, допустим, в каких-то каталогах и так, или где-то там где-то в структуре своей базы данных, и у вас компонент, который отображает там какую-то часть мобильного приложения, то есть точно такие же, как на обычном сайте, у вас будет все везде меняться. То есть автоматически вы будете управлять мобильным приложением просто так. И Александр про это скажет. Да, коллеги, я думаю, что двигаемся дальше. Мы включаем в микрофон Александра Зайцева, руководителя веб-студии Крайт. Александр, микрофон у вас уже должен быть включен. Я дал вам права на презентера, да, и вы должны уже сейчас быть... Да, я вас вижу, я вас слышу. Скажите что-нибудь, Александр. Раз, два, три. Слышно хорошо? Да. Ну, мы отдаем вам пульт управления. Вещайте. Благодарю, спасибо. Здравствуйте всех, кто сегодня к нам решил присоединиться. Спасибо за то, что вообще посетили данный вебинар. И если же он все-таки вам оказался по каким-то причинам интересным, и вы нашли свое время, что ранним утром, наверное, для кого-то не ранее встать и его послушать, значит, вы, в принципе, на верном пути. Неважно, партнеры вы, либо владельцы бизнеса. Давайте сегодня в данном вебинаре вместе с вами определимся, необходимо ли вообще вам мобильное приложение, необходимо ли развиваться в этой области, насколько сильно это важно для развития бизнеса. Ну а также рассмотрим с вами несколько примеров мобильных приложений, разработанных именно на Bittrex, и способы продвижения и рекламы данного инструмента, который у нас все сильнее и сильнее начинает развиваться на рынке. Поговорим о рынке. Куда же без этого? Мобильный рынок – это один из самых... Сейчас, секундочку. Мобильный рынок – это один из самых быстро растущих сегментов интернет-рекламы. За последний год этот показатель вырос на 90%. Из 82 миллионов пользователей сети в России уже 50 миллионов являются пользователями мобильного интернета. И 12, примерно 12 из них выходят в сеть только с мобильных устройств. Если мы посмотрим с вами на данную диаграмму, то увидим, что около 75% пользуются мобильным интернетом. Но важна здесь цифра и важный показатель – это то, что 14% из них выходит в интернет только исключительно с мобильных устройств. Вроде бы цифры хорошие, но по практике данного исследования, которое, кстати, заказала Google, в 2018 году у нас будут примерно такого рода показатели, где 48% пользователей будут пользоваться интернетом исключительно только с мобильных устройств. Смотря на эти прогнозы, хочется задать такой вопрос, а будет ли вообще кто-то заходить в интернет с доступных версий? Вопрос достаточно интересный, но что у нас дальше? Объем российского рынка мобильных приложений. Отечественный рынок неигровых мобильных приложений оценен аналитиками в 132 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу Google. По прогнозам, в 2018 году объем российского рынка мобильных приложений достигнет отметки 562 миллиона долларов. Если кто-то следит за статистикой, то можно увидеть в этой динамике что-то схожее с сайтами, которые лет, наверное, 10 назад еще никто не старался воспринимать всерьез. Рынок будет расти очень-очень сильно. И тут вопрос. Кто же станет игроком на данном рынке, кто будет клиентом, кто будет заказывать мобильные приложения.
Во-первых, это Mobile First компания, для которых мобильное приложение будет являться основным источником продаж. Это, к примеру, могут быть сервисы там, доставки еды, такси, клининговые услуги, бронирование билетов и гостиниц. В том числе здесь могут быть, конечно, и мобильные игры, и различные бесплатные, ну или условно бесплатные сервисы, но в первую очередь это все-таки сфера услуг. К примеру, службы доставки еды или компании по продаже продуктов питания. Лучшее, что могут вам предложить разработчики в данной сфере, это сделать сайт либо магазин. Вы как ваш пользователь едет в метро, он находится в гостях, он в конце рабочего дня на работе. Даже когда он только проснулся, он уже держит в руках телефон. Поэтому данная сфера обязательно должна находиться в рамках мобильного приложения, и ни в коем случае это не должен быть сайт. Вспомните, как часто вы звоните в свой салон красоты, чтобы записаться на стрижку. Вам приходится для этого искать записной книжки, номер мастера либо салона, звонить туда, записываться, выбирать дату, смотреть свободный график, тратить на это уйму времени. Хотя всего-навсего вам нужна одна кнопка, на которую вы нажмете, выберете дату и запишите своему мастеру. А самое, наверное, ужасное, это когда ваш секретарь заказывает воду в одно и то же место, в офис, и постоянно звонит и говорит, сколько баллона воды нужно, куда привезти, все это менеджер записывает и так далее. Хотя для всего этого нужна одна большая круглая кнопка «Заказать воду» и больше ничего лишнего. Идем дальше. Следующий игрок рынка – это представители e-commerce. Конечно, куда же без интернет-магазина. В данном случае у нас приложение будет выполнять роль дополнительного канала продаж. По данным, опять же, исследований, Россия уже на сегодняшний день попала в тройку лидеров по показателям мобильной конверсии, опередив при этом многие европейские страны. При этом большая часть покупок через смартфоны производится именно через мобильное приложение, но не через адаптивную версию. Третьим же игроком рынка является традиционный бизнес, для которого мобильное приложение является частью программы лояльности. Всем известно, ну, кто живет в Москве, Ленинградской области и так далее, в крупных городах, это приложение «Почетный гость», которое позволяет нам налаживать коммуникацию с клиентом. Основная задача данного бизнеса это, и данного приложения – это стать прямым каналом коммуникации, предоставить пользователю дополнительную информацию о бренде услугах, текущих акциях, предложениях, накопительных скидках и так далее. Подытожив все, что мы сказали с вами выше, хочется сказать, что вместо адаптивности, адаптивных сайтов, у которых уже, исходя из прошлого доклада, осталось не так уж много плюсов, лучше сделать небольшую заглушку с призывом скачать мобильное приложение. Вы при этом получите гораздо и гораздо больше преимуществ. Конечно, вы столкнетесь с таким возражением, в основном они скажут об этом SEO-шники вам, что без адаптивности сайт не сможет продвигаться в поисковиках. Да, я с ними согласен, они правы. Но только, как говорится, больной умер. И больным этим было SEO. SEO ушло с рынка, SEO начинает замещаться другими источниками рекламы, и оно уже становится все менее и менее эффективным. Поэтому в мобильном трафике лучше использовать мобильное приложение. Но пойдем дальше. Возражения, которые часто возникают у владельцев бизнеса. Нам не надо, мы подождем еще немного, это не работает, это дорого. И самое мое любимое, нам кажется, что нашим клиентам это еще не надо. На самом деле все эти возражения, слышат в том числе наверняка и партнеры, к которым обращались за разработкой мобильных приложений, все это мы слышали. Все это мы уже слышали в 2008-2013 годах, когда бурно развивались социальные сети. И когда можно было привлекать аудиторию совершенно и абсолютно бесплатно. При этом конкуренция была мизерной. Сейчас, по-моему, в социальных сетях есть все, вплоть до B2B. Яндекс.Маркет, который очень часто недооценивали клиенты, но который большинству наших клиентов приносит и приносил наибольшую прибыль. Наибольшую прибыль среди всех источников рекламы.
Ну и, конечно, вы, наверное, помните заезженную лозу: кого нет в интернете, того нет в бизнесе. Сейчас все больше и больше клиентов появляется, которые хотят делать сайт. Так как кризис и нужны клиенты. Дело не в кризисе, наверное, а в том, что это был стратегический просчет. Когда нужно было делать сайты, они всегда это откладывали на потом, искали массу причин, почему его делать им сегодня и сейчас не надо. А теперь, увы, но поезд ушел. Наверное, мобильные приложения – это следующий состав, другой поезд, который начал наполняться пассажирами. Да, рынок сейчас еще не такой большой, но все больше и больше компаний начинают делать мобильные приложения. А соответственно, на рынке начинают появляться в том числе и ваши конкуренты. Ну а пока вас еще нет на рынке, то это большой-большой удар по вашему будущему и по развитию вашего будущего бизнеса. Каждая отрасль, будь то услуги, магазин, программа лояльности, имеет свои особенности. Поэтому давайте рассмотрим с вами общие вопросы, которые чаще всего задают клиенты при разработке мобильных приложений. Android либо iOS? Однозначно обе. Это то же самое, что, наверное, использовать контекстную рекламу Яндекса, но при этом не использовать контекстную рекламу Google. Следующий момент – это обязательно ли нам нужен сайт для того, чтобы у нас… Ну, сайт является… Мобильное приложение является дополнением к сайту. Если у вас нет сайта, либо он в плохом состоянии, либо он примерно не на Bittrex, сколько сегодня мы говорим о Bittrex, то можно ограничиться landing page с призывом установить приложение. Если же у вас есть сайт, несомненно, это будет преимуществом в борьбе за покупателя, потому что трафик с десктопных версий до сих пор присутствует и составляет достаточно хороший процент, чтобы с него зарабатывать. Как опубликовать решение, как опубликовать мобильное приложение? Если вы будете разрабатывать на сторонних платформах, то с этим возникнет большая трудность. Как правило, на рынке встречаются такого рода заявки клиентов, которые просят опубликовать данное решение и готовы за это платить. Потому что разработчик сделал, как публиковать он не знает, с маркетплейсом бороться ему сложно, с Apple еще сложнее. Соответственно, это большая-большая проблема. В нашем случае этим за нас занимается Bittrex, и нам хорошо от этого, наша задача всего лишь реализовать хорошее мобильное приложение. А для вас не беспокоится, что ваше приложение будет доступно в течение, по-моему, так заявлено, 2 недель, в данных магазинах, данных платформ. Следующий момент. Что с обновлением? И нужно ли их делать, и как это все осуществляется? Мобильное приложение Bittrex – это, по сути, сайт. Поэтому вы можете забыть об обновлениях, и все изменения будут происходить, можно сказать, в режиме реального времени, как и на обычном сайте. Поэтому какая-то постоянная поддержка, какие-то постоянные выпуски обновлений под новые операционные системы, все это вас не касается, и все вам, в принципе, это не нужно. Как управлять? Тоже немаловажный вопрос, и это одно из больших преимуществ использования Bittrex. У вас есть административная панель, в которой вы сможете как с компьютера, так и с мобильного приложения управлять заказами, страницами, скидками, рассылками и так далее. То есть все то, что есть в Bittrex, есть и в мобильном приложении со стороны владельца бизнеса. Вы сможете, ваши менеджеры смогут управлять отгрузками, оплатами, смотреть со статусами заказа, смотреть за статистикой и так далее. Такое количество функциональных возможностей именно по маркетингу, по-моему, не предоставляет ни одна платформа для разработки мобильных приложений. И коль сегодня мы говорим о Bittrex, 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 почему все же он? Не правда ли удобно, когда все, что вы используете повседневно, все, что работает на вас и работает для вас, находится в одном месте? Возьмите свой телефон. В нем есть календарь, в нем есть записная книжка, в нем есть будильник, интернет, банковский карт, в нем есть все. Вам уже не нужно с собой таскать массу предметов, вам не нужно перед столом искать будильник, где же он расположен. Все у вас есть в одном мобильном телефоне. Так, в принципе, и с бизнесом в интернете.
Не надо бегать с платформы на платформу, не надо интегрировать 100-500 решений, чтобы у вас работал бизнес. У Bittrex есть управление сайтом, вы можете прекрасно делать сайт, вам придется приобрести эту коробку, если вы захотите мобильное приложение. Вы сможете разработать мобильное приложение, которое будет настраивать коммуникацию с вашими клиентами и увеличивать средний чек и прибыль. У вас есть CRM-система, которая позволит содержать базу клиентов, которая сможет по телефонии общаться с ними, сделать бесплатный номер 8800 и так далее. Поэтому все лучше хранить в единой оболочке, и тогда вы сократите свои затраты на стоимость пользования. Реклама мобильного приложения. Это еще один из часто возникающих вопросов, который хочется, наверное, выделить в отдельный блок. Хоть кратко, но о нем рассказать более подробно. Если у вас уже есть бизнес, и вы ведете базу клиентов, то, конечно, вам необходимо в первую очередь сделать email-рассылку по текущим клиентам. Электронная почта неэффективна и бла-бла-бла, это, конечно, хорошее возражение, но, опять же, у каждого на мобильном телефоне стоит, как правило, приложение мобильной почты, которое присылает ему уведомления, которое он проверяет ежедневно и которому он доступен. Соответственно, ему еще и будет проще, зайдя с мобильного телефона, письмо, в котором вы говорите о том, что в вашей компании появилось мобильное приложение, нажать эту кнопку, перейти в Apple Store и установить данное приложение себе на телефон. То есть проблематики здесь большой не будет, конверсия по практике достаточно высокая. Для поиска новых клиентов, если у вас нету постоянных клиентов, либо их у вас еще мало, либо их процент, так скажем, заниженный, то проще всего сделать лендинг пейдж, причем вне зависимости, есть ли у вас сайт или нет, под приложением желательно сделать отдельную страницу, на которой будет запускаться контекстная реклама, и в идеале эта реклама должна быть запущена по базе редактора. Кто, в принципе, понимает, что это такое, меня поймет, кто нет, потом вы можете задать вопросы, более подробно могу вам рассказать и показать, как это работает. Если же все-таки у вас есть сайт, за который вы уже заплатили, который вы уже сделали, который приносит клиентов, то желательно при заходе на него пользователю предлагать установить мобильное приложение. Способы реализации, в принципе, всем известны. Когда вы заходите на сайт, у которых есть мобильное приложение, вам обязательно предлагают их установить, определяя, что вы зашли с мобильного устройства. Третий источник рекламы – это социальные сети. Таргетинг и ретаргетинг – это мощный и, наверное, самый из платных способов рекламы – недорогой инструмент получения лида. Для рекламы мобильных приложений он также весьма эффективен, и неоднократно приходилось продвигать такие проекты, и процент конверсии очень и очень хорош. Ну и, конечно же, как не сказать, офлайн рекламы, тут можно использовать все, от визита вплоть до рекламы в метро. Все будет зависеть индивидуально, какой услугой, либо какой товар вы реализуете. В одном из тезисов доклада была такая тема, может ли мобильное приложение приносить прибыль без рекламы? Ответ здесь один, да, может приносить, потому что у мобильного приложения есть следующее преимущество. Оно нацелено не столько на поиск новых клиентов, а оно нацелено на увеличение клиентской лояльности, в первую очередь, за счет которой вы будете иметь постоянных клиентов, которые будут постоянно приносить вам прибыль. Мобильное приложение – это инструмент, который позволяет получить повторные продажи, которые мы с вами сейчас обсудили. Следующий момент – это рост среднего чека. За счет того, что вы сможете отправлять постоянные пуш-уведомления о том, что у вас какие-то акции, распродажи, уведомления о появлении новых товаров, пользователю не придется искать в тысячах магазинов, он будет в первую очередь заходить к своему личному мобильному приложению, которое установлено у него на мобильном телефоне. Соответственно, это, как правило, ведет к увеличению среднего чека. Ну и самое главное, мобильное приложение позволяет уменьшить бюджет на рекламу.
Потому что когда ваши постоянные клиенты, которые, когда ваши будущие клиенты скачали, установили мобильное приложение, коммуникация с ними для вас становится совершенно бесплатной. И ежели раньше он, заходя на сайт, ходил с него, вам приходилось допускать тех пользователей, которые ушли, возвращать их на сайт, чтобы они снова купили и так далее и тому подобное. Если же у вас есть клиент, который у вас вчера купил, условно говоря, iPhone, то чтобы он купил к нему там беспроводные наушники через месяц, вам необходимо снова возвращать ему на сайт и показывать ему рекламу, уговаривать «купи у нас». В то время как на мобильном приложении все это делается обычным пуш-уведомлением, которое я не думаю, что он пропустит, и которое как минимум заинтересует его, и он зайдет в приложение. Что в итоге? Вывод из всего сказанного можно сделать такой. Рынок мобильных приложений уже большой, но еще не до конца, наверное, повзрослел. А это значит, что в нем есть потенциал, и сейчас это один из самых подходящих моментов для инвестиций. Второй момент. В следующем году мы увидим изменения как на стороне клиента, так и на стороне агентств. Эти изменения уже видны даже в этом году. Возрастает количество запросов на мобильные приложения, клиентов это интересует, и они уже понимают, что это такое. Рекламодатели же, в свою очередь, начнут активно развивать и продвигать мобильные приложения. А агентство все активнее развивает свои компетенции в этом направлении. Это даже свидетельствует наш вебинар, на котором больше половины – это партнеры. То есть эта сфера интересна, эта отрасль развивается. Работа будет ориентирована на качество привлекаемых пользователей и их платежеспособность. Наконец-то в полной мере приходит понятие клиентоориентированности, и рынок выйдет на какой-то новый уровень по работе с клиентами. Также рынок будет укрупляться. На первый план выйдут перформанс-агентства и технологические лидеры с собственными инструментами. Появится конкуренция, появятся наверняка другие платформы, на которых нам как на Wix будут предлагать сделать мобильное приложение за копейки, но это, в принципе, решение каждого, на чем и как делать. Ну и, возможно, в следующем году мы сможем на рынке увидеть ряд поглощений и слияний в данной области и в данной нише. В конце выступления давайте посмотрим, были такого рода вопросы, примеры мобильных приложений, которые были разработаны именно на один из гипер. В презентации потом будет выложена, и мы даже сделаем свою индивидуальную рассылку, в ней будет презентация ссылки на Apple Store и Google Play на данные приложения, если вы захотите их установить, посмотреть по юзеру. Соответственно, пример интернет-магазина службы доставки еды, называется GeoPizza, опять же по поиску вы можете его найти. Простое приложение, в котором легко и просто заказать еду, в котором настроена программа лояльности, есть скидки, есть бонусы, есть возможность ознакомиться с ассортиментом. То есть, если посмотреть на дизайн, вы видите, что оно не похоже на стандартное решение на Bittrex, которое идет у них по умолчанию. Соответственно, никто никогда не узнает, что вы сделали решение на Bittrex, оно будет смотреться современно и соответствовать всем технологиям гибридного приложения. Следующий пример – это портал инвестора, это официальное приложение Министерства инвестиций бла-бла-бла Нижегородской области, в котором в основном множество статичных страниц, а данной компании, структуре сложно так и назвать. Соответственно, здесь у нас есть контакты, ничего сложного, простое приложение, которое, в принципе, наверняка вы сможете создать самостоятельно через конструктор. Power Point – магазин обуви. Пример реализации мобильного приложения для популярной ниши одежды, обуви и так далее. Стандартные возможности – фильтровать, сортировать, корзина, карточка товара, личные кабинеты – все то, что есть и, в принципе, в обычном интернет-магазине. Ну и мобильное приложение BitResponse, которое используется на конференциях, в котором легко можно посмотреть все доклады, все выступления, добавить в избранное, наверняка настроить пуш-уведомления, которые нам смогут напоминать о том или ином докладе,
и вполне приятный, простой дизайн, который и приложение, которое не требует каких-то там серьезных разработок, все сделано на гибке. Наверное, на этом все, поэтому если какие-то будут вопросы, если вы захотите более подробно пообщаться по какому-то тезису доклада, либо более подробно рассмотреть вашу нишу, потому что все впихнуть в полчаса, наверное, нереально, вы сможете либо написать на данную почту, либо позвонить по бесплатному номеру, попросить Александра, и Александр, это я, обязательно с вами свяжусь, и мы просто хорошо пообщаемся и узнаем друг друга поподробнее. Если вы партнер, если вы клиент, захотите, сделаем мобильное приложение, захотите, просто поговорим. Наверное, все. Да, Александр, спасибо. Спасибо за вашу часть, докладную часть. Вопросов у нас буквально всего лишь два, и они адресованы Евгению Петриченко. Евгений, тебе два вопроса. Правильно ли Алексей понял, что создать можно лишь только одно мобильное приложение? На этой лицензии, очевидно. На лицензии, да. Одно мобильное приложение одновременно в два магазина. То есть это Google Play и App Store. Угу. И вот еще же вопрос от Алексея. Какова стоимость создания приложения у партнера Bittrex? Вот, наверное, даже не ко мне вопрос. Это все-таки, Алексей, совершенно верно. Это вопрос непосредственно к партнерам Bittrex, в частности, к Александру. Окей, коллеги, мы будем завершать. Это был наш вот такой замечательный вебинар. Мы даже вас чуть-чуть пережали. Спасибо за то, что были с нами. Александр, спасибо, что вы тоже были с нами. Спасибо за вашу докладную. Ага. Коллеги, успехов вам. Используйте мобильное приложение, разрабатывайте. Мы убедили вас, старались убедить вас, что это нужно, что это полезно, что это современно, быстро, просто и дешево. Хорошего четверга, хорошей недели. Ну и увидимся еще когда-нибудь позже. Спасибо за внимание. Пока. Олег Строкат и Евгений Петрович. До свидания. И Александр Зайцев. Пока.